И идем от села Подстепки пешком через Волгу по льду на дачу, которая находится в районе села Климовки. Справа мост, который внешне почти готовый, только около одной опоры строители что-то копошатся. Может быть, в этом году и пустят движение по нему. Тогда уже будем не пешком ходить, а на машине ездить на дачу.